«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Счастливые. Бахетле. Несчастливые. Бахетсис. Несчастливые. Бахетсис. Глава Башкирии сказал, что на Западе живут богатые, но несчастливые люди. Көнбатышта бай, вәләкин бәхетсіз кешеләр яши дип әйткән Башкортстан башлыгы. Глава Башкирии сказал, что на Западе живут богатые, но несчастливые люди. Көнбатышта бай, вәләкин бәхетсіз кешеләр яши дип әйткән Башкортстан башлыгы. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».